Оперативники задержали двух мужчин, подозреваемых в краже драгоценных металлов. Преступники орудовали на территории Балашовского, Тачищевского и Новоузенского районов области. Из помещений автоматических телефонных станций они крали изделия, содержащие драгоценные металлы. Сбывать их планировали на территории других регионов. Оперативники изъяли около 6 килограммов краденных изделий. Подозреваемыми оказались двое жителей Энгельса. В совершении преступлений они уже признались. Сейчас в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по факту кражи с проникновением в нежилое помещение.